Детализировать и осовременить этот классический лозунг трудящиеся из профсоюзов различных казанских предприятий и организаций пришли в Парк Победы. Несмотря на тучи, облака, фон позитивный, конечно, позитивный. Мы верим в будущее, что все будет хорошо у нас. Без работы нельзя. Надо работать. Только в работе мы достигнем всех успехов. Важная проблема – это то, что после университета очень трудно куда-то устроиться, потому что всем нужны специалисты с опытом работы. Современным рабочим нужна работа. Будет работа, будет повышаться зарплата, будет улучшаться и жизненные условия всяческие. Все праздничные призывы со сцены свели в простые истины. И главное, чтобы человек, который работает, не был бы бедным. Дорогие друзья, сегодня мы с вами выступаем за простые вещи, которые вот уже второе столетие понятны любому работающему человеку. За достойный труд, за достойную, справедливую и вовремя выплаченную заработную плату, за нормальные условия труда. Несмотря на все проблемы, Татарстан сегодня остается активно развивающейся республикой. Мы вводим новые объекты. Мы многое делаем для того, чтобы предотвратить все те проблемы, о которых только что было сказано. Главным достижением этого года считаю то, что с минимальным прожиточным минимумом наконец-то сравняли минимальный размер оплаты труда. Эта сумма 11 163 рубля. Конечно, она коснется широкие массы, особенно низкооплачиваемых работников, таких как даже в бюджетных организациях. Это уборщики помещений, это уборщицы, это повара, это младший персонал. Единороссы отдельного митинга в Казани не устраивали. Они стали участниками акции в городах и районах республики. В Челнах солнце и 23 тысячи человек на демонстрации. Как в старые добрые времена с флагами, транспарантами и цветами. Они прошли по проспекту Мира. Работники предприятий, ветераны производств. Попутчиками им стали КАМАЗы. Город Набережные Челны – это трудовой город. Родина КАМАЗов. Видите, солнце вышло. Жители города, работники промышленных предприятий собрались для того, чтобы еще раз выразить свою сплоченность, созидание, уважение к людям труда. На свои митинги сегодня собрались политические партии. Местом встречи КПРФ стал памятник Мулануру Вахитову в Казани. Здесь в современном звучании вспоминали идеи Маркса, Энгельса и Ленина. У нас праздничный протестный митинг в защиту рабочего класса, крестьянцев, народной интеллигенции, молодежи, пенсионеров и инвалидов. Либерал-демократы свои флаги и выступления развернули в сквере Славы. Желали лучшего. Хотели, конечно, лучшего, чтобы страна у нас была более достойная, более богатая. Ведь страна сама большая. И мы, чтобы наши вот и пенсионеры наши, чтобы пенсии у них были хорошие, и наши, чтобы трудящиеся зарабатывали хорошие деньги. На том же месте, но чуть позже, слово взяли справедливороссы. Говорили о женской доле. Я хочу поговорить о том, что из года в год женщина воюет за свои права. К сожалению, наше российское общество устроено так, что женщина борется за свои права, хотя по закону нам положено равноправие. В Альметьевске на 1 мая решили потрудиться. В городе посадили аллею Яблони Победы. Свою полувековую историю продолжила легкоатлетическая эстафета. На центральной площади устроили полевую кухню и концерт. Мы, руководители, организуем работу. Но основную тяжесть труда несут работники, которые действительно вкладывают свое сердце и душу в наш родной район. Митинги сегодня прошли в десятках городах республики. Как подсчитали, в них приняли участие более 30 тысяч человек. Дмитрий Айринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.